Сережа. Что? Что-нибудь случилось? А что должно случиться? Опять к матери летал? А тебе обязательно все надо знать. Не обязательно, но ты, Машка, проснулась. Я виноват. Ну, при чем тут виноват? При том, что проснулся. Ребенок из-за меня не спит. Ну, знаешь что. Ну что, Наташа? Что? То самое. А ну спи, Маша. Ну спи, кому говорят. Ну перестань же ты. Маша, прекрати лепить. Я кому сказала прекрати? Да прекрати. Прекрати сейчас. А ну перестань. Ну успокойся. Ну что ты опять устраиваешь, а? Цирк. Тут и видно, что цирк. Надоело. Хватит. Документы. Я, Лариса Юрьевна Кузьмина, доверяю. По доверенности с таким пылом? Пьяный, что ли? Голоден. Вот вам на завтрак, обед и на ужин. Будь здоров. Двенадцать.
Все правильно, но мне кажется, что... Сообщение о новостях соревнования, предприятия. Да, вы не трогайте, это не ваша компетенция, это будет делать конкурс. Все хорошо. Ну, пусть после надо. Ну, хорошо. Идите. Вопросы совершенствования обучения молодежи сегодня начинают обсуждать участники съезда педагогического общества России. Николай Павлович! Коля, горю! Спасай! В твоих руках жизнь. Не очень молодая, но жизнь. Так, что на этот раз? Мать! 12 часов поезд. Мать. Мать, надо встречать. А в прошлый раз у тебя квартиру залило. Ты что, не веришь? А перед тем, что? Ты что, не веришь? Перед тем, что было, спрашиваю. А перед тем он в обществе знания читал лекцию о полетах во сне и наяву. Займи свое место и работай. Светочка, это и вас касается. Тебе сколько лет, девочка? А в чем дело? Лет тебе сколько? Если сильно хочется, скоро 20. Так, как ты собираешься дальше жить? Нормально. Нормально. Вот, началось. Нормально, да, правильно, никогда. А хочешь знать почему? Ты оскорбила человека вдвое старше себя. Ему почти 40, тебе почти 20. Оставь ее в покое. А если я действительно летаю? Ну, летайте на здоровье. А если ко мне действительно приезжает мать? У сына через 3 дня дата, 40 лет. Мать приезжает поздравить сына, старенькая, худенькая. Ну, давай, давай, ухмыляйся. Ну давай, иронизируй, издевайся, ну. Давай, 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 давай. Ну? Не кричите на меня. Я не кричу, голубушка, я плачу. Оставь ее в покое, балбес. А тебе? Пусто здесь. Много славных дел на счету. Его посланцы самоотверженно вернутся в вечерной сессии области, прославленной Байкало-Амурской магистрали. И литературы Горно-Алтайской автономной области. Завершатся сегодня большим вечером в Центральном доме литераторов. Здесь соберутся поэты и прозаики Горного Алтая. Инструмент будут звучать. Спортивная оборудование маяка. Сегодня на чемпионате СССР по футболу. Продолжение второго тура. Московской армии в полевой лиге. Кажется, в этот момент часов 30 минут. Одна из его шуток. Неудачно. Николай Павлович, в общем-то, Сереже действительно через 3 дня 40 лет. А мы забыли. Забыли. Допустим, я помню, я... Ну, что вы предлагаете? Во-первых, отпустить человека. Во-вторых, отметить. Все-таки 40 лет. Насчет отпустить я не возражаю, пусть идет. А что касается отметить, по-моему, этот день приходится на воскресенье. Значит, сегодня или понедельник? Как хотите. Сережа, вам когда удобней? Ну ладно, товарищи, тихо, 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 тихо. Когда и как отметить, это мы решим сами, без виновника. Ему надо спешить. Победив в Свердловске ленинградский автомобилист и набрав 22 очка в 22 встречах, москвичи в 25-й раз становятся чемпионами Советского Союза. Ладно, товарищ, всем бываем несправедливы в конце концов. Юные хоккеисты Кировской области завоевали главный приз финальных соревнований среди команд.
Черт знает замечательно как. Замечательно выглядите, Петровна. Я 25 рублей вам отдам сейчас, хорошо? А это остальное... Ладно, в получку, хорошо? Ладно? Сережа, спасибо. Сережа. Пас! Ну ты, дядя! Привет. Привет. Это что, на кульки? Я шла и знала, что увижу тебя здесь. Я всегда была прекрасной интуицией. Есть такой грех. Сережа, а ты помнишь, ты всегда назначал мне свидание именно здесь? Помню. Почему не на работе? А ты? У меня дела. У меня тоже, вот. Готовлюсь к твоему 40-летию. В рабочее время? Почему? В обеденный перерыв. Красивые цветы. Это что, мне? Тебе кому же еще? Ну, спасибо, дорогой. Пожалуйста. Так что, на работу, домой? А ты что, очень торопишься? Теперь уже нет. Приветик, прости, пожалуйста, еле вырвалась. Врала, не знаю как. Знаешь, куда меня отпустили? Куда? К подруге в ЗАГС отпустили, слушай. Вот теперь можно ехать. Ой, я тут болтаю, вы, наверное, торопитесь. Я нет. Это он торопится. У него повышенное чувство гражданской ответственности. У кого? У Сережи? Да ну что вы, ничего у него не повышено, никуда он не торопится. Нормально, едем на пленэр. На природу, значит? Да, на пленэр. У Сережи через 3 дня 40-летие, так мы решили готовить сейчас уже. Мы с ним дачку строим, место классное. Мне Сережа обещал продемонстрировать свои полеты. Правда, только мне одной, но я вас приглашаю. Поехали. Хорошая девочка, умненькая. А что, что-нибудь не так? Все правильно. Это вам, наверное. Ой, какая прелесть! Ой, не могу, сил нет. Внимательный. Вы просто не представляете. Догадываюсь. Ой. Что? Я вас, кажется, знаю. Ну, наконец-то. Познакомься. Это моя жена. Наташа. Очень приятно, Алиса. Я, наверное, выйду. Сидеть. Пусти. Ну что ж, раз уж мы собрались, давайте поговорим. О чем, интересно? Обо всем. Разве нам нечего сказать друг другу? После всего этого мне нечего. А тебе? У меня есть, но я лучше потом, Сереж. Ну что ж, хорошо.
Тогда начну я, если не возражаете. Вот сидят две женщины, одинаково для меня близкие, одинаково дорогие. Но с одной меня не связывает ничего, кроме долга, с другой все, кроме долга. Вот, спрашивается, что же делать бедному Ереме. Бабоньки, милые, дорогие, через 3 дня 40 лет, дурак дураком. Кому из вас прислониться? К телеграфному столбу! Выпусти меня, открой! Открой немедленно! Сиди! Пусти! Отпусти девочку, успокоится, все тебе простит. Нет, никогда! Я презираю вас, а ты? Тебе никто не давал повода нести эту чушь! Выпусти меня отсюда! Ты вот не так же такой не была. Ты, Сереж, тоже таким не был? Таким был всегда. Ты просто любил, не замечала. Все глотала. Ключи от квартиры при тебе? При мне. Покажи. Зачем? Пожалуйста. Угу. Они тебе больше не нужны. Кошелки прихвати с собой, авось пригодятся. Ну что? Все мимо, все зря. Во-первых, поезд опоздал, во-вторых, никто не приехал. Может, в телеграмме ошибка? Может, поезд не тот? Ошибок нет, поезд тот. Весь состав обошел, чужих полно, матери нет. С наступающим моим юбилеем. Спасибо. Может, случилось что-нибудь? Дай бог, заболел. Товарищи, давайте жить дружно. У нас в отделе всего ничего. Ей-богу, надоело. Трудно тебе будет с мужем жить, Светочка. Ох, как трудно. Опомнишься, поздно будет. Светочка, вам в самом деле не стыдно? Ни капельки. До них доходит, когда жареный петух клюнет. Вот напорится на такого, рога обломает? Не обломает. Обломает, еще как обломает. Сама такой была, знаю. Вот и не судите по себе. Чужие будет ломать, а у самого как бы свои не выросли. Браво. Браво. Вот вам ответ молодежи. Пока он будет ее обламывать, они у него у самого вырастут. Ты прелесть. Я тебя обожаю. Если бы я смог, я бы тебе женился. А разве вы не можете? К сожалению. Жаль, я о вас лучше думала. Это же похоже на провокацию. Вы меня провоцируете? Удивляюсь. Нет, ты меня провоцируешь. Ты забрасываешь ложный крючок, а вдруг я клюнул. А я действительно клюнул. И в присутствии всего отдела делаю тебе предложение. Перестань поясничать, балбес. А почему я поясничаю? Я устраиваю свою судьбу. Вам на нее плевать, а мне нет. Светочка, будьте моей женой, пожалуйста. Я вам не верю. Правильно. Правильно. И ценю. Я не люблю, когда мне не верят. И поэтому заявляю публично, я вас всех сегодня обманул. Никакая мать ко мне не приезжала, ни на какой вокзал я не ездил. Я элементарно, как кот, мотался на свидание, где был застукан собственной женой. Вот так. Все. Дурак. Серега, ты что, опять шутишь? Я сказал чистую правду. В таком случае знаешь, как это называется? Примерно. Я поточнее сформулирую. Подонство. Ну, может, было бы оригинальнее. Так, я думаю, что выражаю общее мнение и предлагаю тебе... Подать заявление? Совесть есть? Ну, так что, подать заявление? Чем быстрее, тем лучше. С прибольшим удовольствием. Так.
Ни у кого не будет никаких пожеланий на пути. Ладно. Сережа. Спасибо, учту. Ребят, ни у кого ничего. А у них? Угу. Ай-яй-яй-яй-яй. А ведь мы вам поверили. Я даже чуть не расплакалась, а вы нас так обманули. Нервишки, Нина Сергеевна, нервишки. По каждому пустяку плакать слез не хватит. Ну, какие же это пустяки? Вы знаете, что сказал Николай Павлович, когда вы ушли? Что же сказал Николай Павлович? Он сказал, как нам не стыдно. И как же вам не стыдно? За что же нам должно быть стыдно? За все. Вот тебе раз. Сами забрались, а нам стыдно. Мне, например, ни капельки не стыдно. А вообще стыдно? Что вообще? Когда-нибудь, за что-нибудь. Представьте себе, нет. Я живу по иным законам. И жизни в глаза смотрю прямо. Хороший человек и завидный. Как вы думаете, Николай Павлович, бывает стыдно? Не знаю. Думаю, что не бывает. А я думаю, бывает. Коля, Коля, тебе бывает стыдно? Я не желаю с вами разговаривать. Можно сидя, сидя. Мы люди маленькие. А все-таки должно быть стыдно. Ну, меня ругали за вылазку на свидание в рабочее время. А себя за такой факт даже не пожурили, понимаете? Правда? Вы не имеете права лить грязь на человека, которого здесь все уважают. Нина Сергеевна, я понимаю ваше трогательное отношение к вашему шефу, но факты, факты, факты. Факты будут. Лариса Юрьевна. Лариса. Что? Отличить, а можно? Ну. Пожалуйста. Прошу. Обещай говорить только правду. Итак, вопрос. Прекрати. Нет, Коля, прекрати, все Бога ради, прекрати. Понесло, как говорят в народе. Красавица, ответь, пожалуйста, наша неувядающая, куда ты моталась 3 дня назад с нашим глубоко уважаемым Николаем Павловичем в рабочее время? Сережа, вам это интересно? Интересно. И мне интересно, и всем интересно. А мне вот, например, совершенно неинтересно. И даже более того. Сережа, вам действительно это интересно знать? Мне очень интересно. Но вы же все знаете. Мне главное, чтобы он все знал. И он все знает. Я ничего не знаю, знать я не желаю. Я ничего не знаю. Я повторяю, то, что ты говоришь, что ты же здесь устроил, я не могу воспринимать иначе, как... Но вам я просто удивляюсь, Лариса извините, Юрьевна. Извините, это было дурацкое. Просто удивляюсь. Извините. Честно сказать, это больше не повторится удивляюсь. Никогда, извините. Цветы? Так утром уже по рублю были. И желтые. И же лимонные. О, какие люди. Девушки, машине помните сегодня утром, а? Гасите, давай. Ну, давайте, давай. Алло, салам алейкум.
Девочка, попроси, пожалуйста, Алиса Суфорова. Кто спрашивает, это для нее приехал из Алматы, города прекрасной Гдыни. А? Спасибо, спасибо. Хорошо. Девочка, это я ей подарок Гдыни привез. Где нахожусь, это переходной. Хорошо, жду. Спасибо большое. Спасибо большое. Жду, жду, жду. Жду. Девушка. Здрасте. Ну что такое? Ну что вам нужно? Алису знаете? Какой Алису? Суворову. Вы же с ней работаете. Может, вы позовете меня? Вам не стыдно? Чего? Юноша. В третий раз пристаете. Продолжим. Ну, конечно, так. Это юный Алиса! Алиса! Трасса должна быть свободной. Трасса молодой спортсмен под номером 74. Алиса! Пустите! Пустите, это мой! Отойдите, пустите! Ко мне, это мой, мой! Мой! Сначала убегает, хвостом, понимаешь, крутит, а потом мой. Ну, знаете ли? Ничего, ничего. Беречь вас таких надо, а не гнать. Разойдемся, товарищи. Вот, хвост, хвост. Да. Пустите, иди, я вам иди, говорю. Иди, вот ну, как ты, Сережа? Ничего, ничего. Сережа, ну как, лучше? Лучше. Лучше тебе? Значительнее. Ну, хорошо. Это тебе подарок от дяди из Алматы. Ты что, обманул? Ну, знаешь. Сидеть! Сидеть, я ведь могу повторить. Сережа? Догадываюсь, догадываюсь, догадываюсь. Мне действительно плохо. Не верю. Ни одному слову не верю. Плохо, Алис, честное слово. Тебе не стыдно перед людьми? Нет. Они прекрасно продемонстрировали свои лучшие качества. Тебя обругали. Дурачок, а не лечишься? Давай поженимся. Ага, завтра. Ты обиделась за сегодняшнее? Нет, возмутилась. Ну все, не будем об этом вспоминать. Все, все, не вам, не вам, не вам, не вам, не вам, не вам, не вам. Слушай, а пойдем сегодня к моим друзьям? Каким друзьям? Узнаешь. Мы посмотрим. Ну все, 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 ладно. Я быстро. Ага. Давай. Алиса, быстро вниз. А что? Ну, давай, давай. А что такое? Ну, что случилось? Юлька, здорово. Здорово, Серег, подъезд на почту. Вадим, какой-то, самое, в обратную сторону, мне со временем, понимаешь, горюешь. Ты как? Ладно, ты... а? Как дела? Все нормально. Да? Твои нормально все? Нормально. Слушай, ты не обижайся, прости, да я нет, просто со временем. Не обиделся, да? Да ладно, Серёга. Ну, счастливо, давай. Будь здоров. Серёжа? Уже? Серёж? Ну что? Ну, можно уже? Ну, конечно, что ты хочешь. Ты что, обиделась, маленькая? Что-то случилось? Я сейчас.
Вася? Если я сейчас останусь один, я погибну. Но вы же не один. Чем надо, прошу. Пожалуйста. Если понравится, дашь знак. Познакомьтесь, это самый дорогой для меня друг. Надеюсь, будет и твоим, Лариса Юрьевна. Алиса. А, я правильно догадалась. Вы мне тоже. Я влюблена в вас еще с 9 класса. Давай в машину. Так понравилось? Сядь назад. А что? Молодец. Аккуратно ездишь. Феодора Николаевна. Я Гадея. Как вам объяснить? Вы знаете, ночью все смеются. Ну, попробуйте. Сейчас здесь. Ну, немножко. Нет, потом. Ну, вот полеты во сне, ну, нормально. А да, вот, нормально, нормально. Если говорить о реалии, то, наверное, а? Ну, вот люди, которые там пытаются прыгать с крыши, не знаю, там откуда. Они же испытывают мысли подобно моим. Да, да, вы знаете, информация до нас не доходит. Герой, спокойной ночи. Вообще, такие мысли посещают людей лет 15-16, да. Между прочим, еще Леонардо мечтал о мускулолетах. Но это все рискованно, Сережа. А вот, между прочим, моя библиотека. Читаю, да. Даю почитать приятелям, некоторые не возвращают. Пойдемте, вам кое-что покажу. Думаю, вам будет интересно. Узнаете? Алиса? Замечательно. Замечательные данные. Так, пока еще не готово. По костям еще пройдусь. Замечательная ее пластика. Ну, это мои старые работы. Та в Париже была, да. Пойдем выпьем. Ну, у вас, Лариса Юрьевна, что-то серьезное? Было давно. Ну, вот и славно. Ну, ладно, пойдем к народу выпьем. А таких женщин бросать грешно. Я поищу его. Сергей Иванович! Сергей Иванович! Сергей Иванович, куда вы запропастились? Возвращайтесь! Что? Между машинами! Извините. Опять этот тип. Узнаешь? Узнаю. Здрасте. О, девчонки. Здесь съемка, понимаете? Съемка здесь. Сейчас я... Вот туда, вон, отойдите. Да, я сейчас, да. Отойдите вон туда. Да, я понимаю, сейчас. Невозможно. Тихо, Надя!
Я вам вот один минут не могу. Хотите площадку? Вы за базар. Вот так, да? Вот так. Что? Что видно? Люди работают. Вы мешаете. А? Молодой человек, миленький. Он туда, туда. Туда, туда, туда. Что? Одна голова. Так. Разъезжаться. Разъезжаться. Чтобы вот так вот было. Не занимайся своими делами. Слушайте, ну отойдите. Ну что такое? И сразу отъезд начинается. Господи, это невозможно. А что снимается? Скажите. Володь, пойди сюда. Почему должен этим заниматься? Кузнечик, да? Ассистент, а не администратор. Лопушку сними, Надя. Надя, лопушку сними. Молодой человек, мы милиционера позовем, понимаете? Вы что, не понимаете? Милиционера позовем, милиционера. Сейчас, господи, ребята. Что, в конце концов, мне надоело заниматься. Откуда я его знаю? Где этот Володь, в конце концов? Минуточку, ну, господи. Почему мы должны заниматься чужими делами? Позовите вы администратора, в конце концов. Ну, вы мешаете. Вы что, не видите? Так, пойдем со мной. Чего-то одет так легко. Что? Одет легко, чего так? Не замерзнешь? Да нет, вздохну. Живешь недалеко? Рядом здесь. Рядом, да? Молодец. Ну, давай. Давай, уходи. Хорошо? Ты что, парень? Ты что, чего такие злые все? Ну, я прошу тебя, ладно? Ну, зачем тебе неприятности, милиция? А? Поздно уже, темно, спать пора. Завтра на работу с утра, а? Работаешь недалеко? А? Ну, давай. Будь здоров. Будь здоров. А? Счастливо. Ой, ну и группа, ну и работнички. Надя, Галя, идите сюда. С вами отдельный разговор будет. Здравствуй. Что-нибудь забыл здесь? Тебя, например. Ну, подожди. Ну, только давай без ну, этого. Ну, пусти меня в собственный дом, кажется, я ответственный, квартира съемщика. Да, кажется. Ну, вот Машка проснулась. Машка проснулась. Что? Что? Кто пришел? Никто не пришел, спи. Ну, кто? Спи, Маша, спи. Папа. Папа пришел. Да нет, Машенька. А кто? Ты что? Что? Очень спать хочется. А теперь слушай. Ну давай, только не чисти. Ты животное. Ненавижу тебя. Раньше любила. Теперь ненавидишь? Любила. Видимость создавала. А чтобы любить, нет. Ну вот теперь мы врём. О свидании, встречь. Дочка, в конце концов. Дочка. Ты-то какое отношение имеешь к дочке? По-моему, самое прямое. Это по-твоему. А по-моему, самое никакое. Постороннее. Что ты этим хочешь сказать? То, что слышишь. Наташка, не надо Наташа. Она даже ходит, как я. Вот именно, как обезьяна. Хорошо. Чья она дочь? Теперь это не имеет никакого значения. Что ты меришь? Что ты несешь? С кем ты? Не помню. Но если ты очень хочешь, то я могу вспомнить. Чтобы тебе легче было. Чего ты мелешь? Ты что, не подходи? Повтори. Не подходи ко мне. Повтори, говорю, что сказала? Открой дверь. Дура! Что ты сказала? Повтори. Открой дверь, я сломаю дверь. Открой. Открой, слышь. Не надо, Машка. Не надо. Моя.
отец! Подожди! Шинельника, подбросьте меня! Слушай, ну мне к матери надо, мать заболела! Ну подбросьте, поезд только утром! Слушай, у тебя же мать тоже есть, ну! Ну ладно, ну я... Да не околей, ну пожалуйста! Ну шинельника, а? Ну значит можно, ладно? Давай, чего? А? Спасибо! 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 Ребята! Ребят! Да вы чё? Вы чё, я прищучил вас? Ну, бросай мешки! Эй! Эй, милиция! Коля! Вася! Окружай! Окружай! Коля! Эй! Милиция! Милиция!
лучше подумала. Живой, что ли? Страшно. Да? Упал. Хорошо падали. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка, вот. Ничего. Вот так вот. Ой, ну-ка, дай-ка посмотрю. О, ничего себе. Че это? Да станция, стрельники. Ой, будь здоровы. Спасибо. Где это? Че это такое? Станция такая. Ой, ну-ка, давайте-ка я вас со станции довезу. Ну, чего? Ну, ладно, ладно. Ну, вот, ну, подымайтесь-ка. Ой. Ну-ка, ну-ка. Ничего. Вот так вот. Вперед. Да, ну, спасибо, я сам. Вперед, вперед. Ой. Ну, ладно, спасибо. Ой, ну, мужик, ну, не могу. Ой, кослявый-то. Ну, ладно. Ну-ка, ну-ка, ну, давай, давай. Ну, вот. Ой, будь здоров. Ой, готов. Все. Ну, ой, ну, помогу? Да, ничего, спасибо, сам. Сам, сам. Ну, ладно, что там? О, молодец. Ой, да мужик. А? Так. Сейчас поедем. Э, не боишься? Не. Да так давай я тебя накрою. Не надо. Ну зачем? Но, слушаться будешь? А. О, тот же. Ну, спасибо. Опа, поедем сейчас. Приготовились. Да приложи, говорю. Вроде не местный. А? Вроде не местный. Нет. В багере еду. С таким лицом. С таким не поеду. Придется переждать. Можно. Ты чё, Лариска?
Че ты? Можно? Прошу. Лариска, ты что, гуляешь? Пришли за ключами для машины, Сережа? Ну, зачем ты так, Борис? Я помажу кремом, не жалко. У тебя много новых вещей. Красиво. Ставни открыть? Чуть не спрашиваешь, где я был? Что со мной случилось? Если бы с вами что-нибудь произошло, вы пришли не сюда. Вам музыка не мешает? Что со мной на вы? Мне так удобно. Там было нормально все потом? Где? Ну, этого, скульптора. Она хорошо танцует. Кто? Девушка. Какая? Алиса. Она там потом не устроила память? Надо как-то найти, разыскать, потом объяснить. Конечно. Ты чё? Чё ты? Этот карапуз-скульптор уверял, что у нас с вами роман. Был? Был. Разве? Ты че? Лет? 20 лет назад? Ой, не хочу 20 лет. 15. 15. Хочу завтра собрать всех. Кулю, скажи Нине Сергеевну, Светку. Хорошо. Я там тебе не отдал. Сколько? Ну, если можно, 50. Друг.
Рад тебя видеть. Молодец, что пришел. А? Праздновать будем. А что такое? Свадьба. Свадьба у меня, ты понимаешь? Он точно выходит замуж. Ну-ка, идем. Вот такая была. Поздоровайся, дядя Сережа. Здравствуйте, дядя Сережа. Добрый день. Спасибо. Ой, какая прелесть. Смотри, тебя на спине прыгала. Так, для дяди Сережи Горько. Тишина. Кто тебя? Есть. Кто? Папа. Папа. Так вот, для папы и для дяди Сережи Горько. Считай, как все. Ну вот. Кто угадал, что я упал? Где мама? Тетя Галя меня оставила, а потом заберет. Куда потом? Когда наиграюсь. А ты хочешь поиграть? Да. Колючий. Ну давай. Пусти, да? Давай, беги. Скажи маме, Машка, а? Что я целую. Маша! Маша! Ты меня прости. А ты понимаешь, за что просишь прощения? В общем. Ну-ну. За то, что вас обманул. Да не нас, не нас. А себя ты обманываешь каждый день и каждый вечер. Что касается меня, я тебя простил. Удайте. Кончай. В пятницу еще, когда порвал твое дурацкое заявление. Удайте, я поцелую. Хватит. Что с глазом? Да так. Понятно, товарищ шкаф. У меня ничего нету, так что я тебе только яичницу сделаю. Бутылку можете не прятать. Старик, слушай, не надоело. Пора восстановиться. 40 лет уже. Ты думаешь, не поздно? Лучше поздно, чем никогда.
сили тебе дом, и сердце забьется чайнее. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний. Серега. Чего? А ты видела ее? Кого? Ну, Ларису. Видел сегодня? Видел. У тебя что с ней история? Дурачок ты какой, она же тебя любит. Нет, она меня не любит, она любит другого. Кого же, интересно? Другого. У меня была с ней история, правда, очень короткая история. А любит она совсем другого. Хочешь, скажу, кого она любит? А? Ерунда, Коль. Она шалеет. Она, когда тебя видит, шалеет. Нет. Она меня не любит. Я ее люблю, она любит тебя. Если б ты знал, Серега, как я ее люблю. А в чем дело? Давай с ней поговорим. Чего? Ну, объясню, в конце концов, что. Серега, Серега, как я завидовал тебе в институте. Ну, тогда ты завидовал. Теперь я. А сейчас жалею я. Все у тебя кувырком как-то. Ну, откуда ты все знаешь? Все знают. Угу. Все знают. Только понять не хотят они, что ты уже... Чего? Ты ж болен, Серега. Неужели не понимаешь? А? Телефону. Ну скажи людям что-нибудь. Коль, может, я потом? Сейчас, давай, сейчас. Сильно говоришь, сильно. Ну, за вас, ребят. Неплохо. Спасибо, что пришли. Это, наверное, день никогда не забуду. Серёг, ты не мне, ты им говори честное слово.
наверное, самый дорогой для меня в жизни день. Так. Вот, и, наверное, запутался. Я не буду больше. Ты им скажи. Товарищи, Серег больше не будет. Поверим ему. В первый раз. Николай Павлович, можно я скажу? Нет, я разрешите мне. Пожалуйста, слово имеет. Николай Павлович, ну а я-то? Ну извините, ну пожалуйста, извините. Я хочу сказать, что Сережа очень хороший и замечательный друг. А? Я его очень-очень люблю. Можно я тебя поцелую? Моя работа будет на 4 выставках. Извините. Все смеются. Пойдем потанцуем. Да ты что, я не умею. Ну, пойдем. Не, все в порядке. Ну, пожалуйста. Алис, пойдем потанцуем? Тогда не скучай, хорошо? Николай Павлович, можно я скажу, пожалуйста? А, Светочка, скромнее, субординация. Девушка украшает скромность. А я-то? Позже. Позже. Я же тоже хочу сказать. Слово имеет Лариса Юрьевна Кузьмина. Самая загадочная из всех разгаданных женщин. Пожалуйста, Лариса. Ну, пожалуйста, смелей. Мы все друг друга знаем. Нет, нет, товарищи. Так, стоп. Так ни к чему хорошему не придем. Кто еще? Нет, нет. Ты так настаиваешь? Да. А что, собственно, случилось? Что? Ничего. Трудно сказать. Сережа! Сережа! Николай Павлович, тут много больно. Я танцевать хочу. Танцевать хочу. Давай немножко, а? С ума сошли. Да ладно, что ты, давай. Старости лет. Ну, ну. Не боишься? На что играем? На ку-ку. Что? Ку-ку. А сколько раз? 5 7 8. Так, начали. Только по моей команде. Руки, руки от локти. Так, так. Полетаете? А? Pour faire son bonheur.
Мучится всадник прямо в осень, не заметит свой век. Кто-то скажет, кто-то спросит, как ты прожил век. Я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль, ах, как жаль. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели, звуки шарманки, гадания цыганки, кукольный пряник, да воздушные шари. Thank you.
Фух.